Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы получаем очередные волосы. Да, ребята, в 12 часов ночи, как обычно, по стандарту, получаем волосы. Итак, появились новые волосы. Сейчас я отправляюсь прям, видите, в секунду. Так, куда мне нужно? Ага. Беру скейт. И поехали. Итак, стрелочка ведет нас куда-то наверх. Ой, божечки, только не туда. Я, кажется, знаю, там надо прически делать. Надеюсь, там не нужно будет красить, стричь и так далее, потому что это будет надолго. Так, заезжаем сюда. И да, действительно, смотрите, ребята, тут есть эти волосы. Вон они. Можно их забрать. Кстати, они с косичками очень прикольно смотрятся, но на самом-то деле они будут выглядеть совсем не так, как на картинке. Ну что, ребята, давайте я слажу свой скейт. И, кстати, оказалось, что очень быстро можно сделать и получить их. Так, смотрите, что нужно сделать. Короче, я тут не мог понять, куда вообще мне идти и что здесь, куда биться. Потом понял, что, наверное, нужно вот сюда подойти и нажать кнопочку. Давайте это сделаем. Теперь вы должны себе подобрать. Но, ребят, на самом-то деле ничего делать не нужно. Просто нажмите рандомную какую-то прическу, выберите ее. Нажмите, я не знаю, там что такое, Bang. Мне кажется, я так и ничего не сделал. Потому что я тут что-то пытался нажать. Вот, потом там что-то надо было менять. Короче, я посмотрел, ничего не понимаю, что тут сделать. Что-то тут, короче, выход нажал. И получил. Но обратите внимание на эти волосы, как они круто выглядят. И сейчас вы посмотрите, как они не круто выглядят в жизни. Итак, смотрите. Вот, ребята, вот это волосы. Но они же абсолютно другие. Они не так круто выглядят, как были на картинке. Короче, ребята, нас обманули. Ну что, в общем, такие вот нехорошие разработчики. Забегайте в любом случае в этот плей, забирайте, пока есть хоть такие волосы. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. И до новой встречи. Всем спокойной ночи.